Второй у нас доклад, он продолжение как бы того же, той же темы антитромботической терапии кардиологии с точки зрения безопасности. Воробьева Наталья Михайловна, доктор медицинских наук из Российского геронтологического центра 2-го медицинского. Вот. Если вы готовы, можете прямо сразу и подключаться. Добрый вечер. Я тогда с вашего позволения выключаюсь. Да. Так, у меня почему-то презентация на последнем слайде стоит. Так, пожалуйста, поставьте, пожалуйста, с первого слайда. Так, спасибо большое, уважаемые коллеги. Тема моего доклада – это антитромботическая терапия в кардиологии, аспекты безопасности. Современную кардиологию невозможно представить без использования антитромботических препаратов, антиагрегантов и антикоагулянтов. Практически любое заболевание кардиологическое требует назначения каких-то из этих препаратов, а иногда и их комбинацию. И при этом врачи, конечно, должны помнить о том, что применение этих препаратов сопровождается риском кровотечений, и очень важно соблюсти баланс между профилактикой тромбоэмболических осложнений и защитой, ну, профилактикой кровотечений. То есть нам важно очень вот этот баланс поддерживать, чтобы риск кровотечений не перевешивал риск, эффективность препарата. И наиболее часто бывают кровотечения с локализацией в желудочно-кишечном тракте, и это практически всегда является осложнением лекарственно индуцированной гастро- и энтеропатии. Конечно, наиболее часто гастро- и энтеропатии ассоциированы с приемом низких доз ацетилсалициловой кислоты, но также и антикоагулянты вызывают желудочно-кишечные кровотечения, которые являются очень грозными осложнениями гастро- и энтеропатии. При этом их коварство заключается в том, что они могут развиваться на фоне кажущегося благополучия, могут не иметь никаких клинических симптомов, а если симптомы присутствуют, то они часто не специфичны. Например, может беспокоить диспепсия пациента, и никаких других проявлений кровотечения при этом не будет. И часто бывает сложно найти источник кровотечения, особенно если он находится в тонком кишечнике, который в обычной рутинной клинической практике недоступен для визуализации. То есть мы можем его посмотреть при помощи капсульной видеоэндоскопии, но это очень дорогостоящая методика, которая в основном используется только в клинических исследованиях, либо в рутинной практике в каких-то дорогих частных клиниках. Какие механизмы вызывают, то есть через какие механизмы антитромботические препараты могут вызывать желудочно-кишечное кровотечение? Мы знаем, что аспирин, так же как нестероидные противовоспалительные препараты, обладает самостоятельным повреждающим эффектом на слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта. То есть это так называемый ульцерогенный эффект, о котором знают и врачи, и пациенты. Остальные препараты, как правило, вызывают желудочно-кишечные кровотечения как осложнение уже существующих заболеваний желудочно-кишечного тракта, в том числе и ассоциированных с приемом ацетилсалициловой кислоты и нестероидных противовоспалительных препаратов. Но у антикоагулянтов у них есть еще и свои механизмы, посредством которых они вызывают желудочно-кишечные кровотечения. И патогенез таких кровотечений включает три основных механизма. Это местное топическое антикоагулянтное действие, которое связано с неполной абсорбцией препарата в желудочно-кишечном тракте. Если мы сравним варфарин, антикоагулянт непрямого действия, и новые пероральные антикоагулянты, которые обладают прямым действием, то варфарин, он оказывает... Варфарин, вот на фоне его приема желудочно-кишечные кровотечения развиваются посредством его системного антикоагулянтного эффекта. То есть уже после того, как препарат попал в кровь. Если варфарин по какой-то причине не полностью всосался в желудочно-кишечном тракте, то он не активен и он не будет оказывать местного локального антикоагулянтного действия.
А у новых антикоагулянтов наоборот, если они не всосались в желудочно-кишечном тракте, то они могут, вот этот оставшийся, не всосавшийся препарат, он может оказывать местное антикоагулянтное действие. И если у человека уже имеются какие-то повреждения слизистой оболочки в результате каких-то других заболеваний или действия факторов риска, факторов агрессии, о которых я еще дальше скажу, то у него может возникнуть желудочно-кишечное кровотечение. А у добегатрана, это препарат прямой ингибитор тромбина, в состав капсулы входит винная кислота. Она нужна для того, чтобы повысить биодоступность препарата в желудочно-кишечном тракте, поскольку она у него очень низкая. И вот винная кислота, которая сама по себе может оказывать раздражающее, повреждающее действие на слизистую желудка, она может провоцировать возникновение желудочно-кишечных кровотечений. И третий механизм – это нарушение репарации слизистой оболочки кишечника, о котором я дальше скажу более подробно. Нужно сказать, что были проведены рандомизированные контролируемые исследования с новыми антикоагулянтами, в которых их сравнили с варфарином. И мета-анализ всех этих исследований показал, что для всех новых антикоагулянтов в целом по сравнению с варфарином характерно повышение риска желудочно-кишечных кровотечений в среднем на 25%. То есть это такой побочный эффект, который свойственен вот этому классу препаратов. Но этот риск будет не одинаков и будет зависеть от того, какой препарат мы используем. Как показали рандомизированные исследования, у добегатрана по сравнению с варфарином риск большого желудочно-кишечного кровотечения будет выше на 49%, у ривероксабана на 61%, а у апиксабана этот риск такой же, как при использовании варфарина. Но здесь нужно помнить, конечно, о том, что популяции пациентов, которые были включены в эти исследования, они несколько различались. И наиболее тяжелая популяция пациентов была в исследовании с ривероксабаном. Там была больше доля пожилых пациентов, больше доля пациентов с хроническими заболеваниями, с такими как сердечная недостаточность, инсульт в анамнезе, сахарный диабет, артериальная гипертония. И также у них был выше риск инсульта по шкале ЧАЦ-2. В исследовании с апиксабаном пациенты были менее тяжелые, они были моложе по возрасту, и у них была меньше частота сопутствующих хронических заболеваний. При использовании комбинированной антитромботической терапии риск желудочно-кишечного кровотечения возрастает еще больше. И вот здесь на картинке очень наглядно показано, как возрастает этот риск в зависимости от того, какие препараты используются. И вот мы видим, что при комбинации варфарина с ацетилсалициловой кислотой риск желудочно-кишечного кровотечения будет выше в 6,5 раз. Вообще при использовании аспирина было показано, что эрозии и язвы в желудочно-кишечном тракте могут возникать уже через 2 недели после приема аспирина у почти у половины здоровых добровольцев. Но при этом были описаны и другие нежелательные явления со стороны желудочно-кишечного тракта, одним из которых является повышенная проницаемость кишечника. И она может возникать более чем у половины пациентов, которые принимают аспирин. Что это такое? Это термин, который появился совсем недавно. Он называется синдром повышенной эпителиальной проницаемости или СПЭП. Также можно его часто называют синдром повышенной кишечной проницаемости. Но впоследствии вообще было доказано, что повышенная проницаемость, она характерна не только для кишечника, но она на всем протяжении желудочно-кишечного тракта может быть и в полости рта, и в прямой кишке. В норме эпителиоциты кишечника соединены между собой при помощи плотных контактов. Это белковые структуры, которые достаточно плотно сшивают клетки между собой. И таким образом в норме эпителиальный барьер пропускает только воду и питательные вещества. Под действием самых разных причин, это и токсины бактерий, и какие-то аллергены, антибиотики, антитела, инфекционные агенты,
стресс и так далее, происходит повреждение плотных контактов. И в результате их разрушения между клетками могут возникать щели. То есть сама клетка при этом может сохранять свою целостность. Но щель, которая возникает между отдельными эпителиоцитами, через нее в кровоток начинают поступать вот все вот эти токсины, ну, в общем, все вот эти не, как бы нежелательные агенты. И при поступлении в кровоток токсинов бактерий развивается хроническое вялотекущее воспаление и аутоиммунные заболевания. Также под воздействием этих факторов клетки могут разрушаться, и тогда возникает дефект, через который также токсины бактерий поступают в кровоток и инициируют хроническое воспаление. И вот этот вот механизм, он такой достаточно универсальный, и он уже доказано, что он играет свою роль в возникновении очень многих заболеваний. Это и сердечно-сосудистые заболевания, и нейродегенеративные, и хроническая болезнь почек, заболевания печени и многие другие. И вот в 2021 году в нашей стране был опубликован такой первый документ, это мультидисциплинарный национальный консенсус, в котором подробно рассмотрено эта проблема, синдром повышенной эпителиальной проницаемости при различных заболеваниях. И вот как раз в написании этого документа принимали участие сотрудники нашего центра и также специалисты других специальностей. Там были и гастроэнтерологи, и урологи были, и другие специалисты. То есть проблема такая комплексная. И вот в этом документе все расписано очень подробно, начиная от причин, патогенеза и возможностей лечения этого синдрома. А вообще вот в основе этого синдрома лежит теория весы шея, которая была предложена более 60 лет назад. И в соответствии с этой теорией при возникновении дисбаланса между факторами защиты и агрессии происходит повышение проницаемости защитного барьера слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта. А все факторы агрессии, которые приводят к повышению проницаемости, делят на три большие группы. Это экзогенные внутрипросветные, эндогенные внутрипросветные и внепросветные. И вот как раз к группе экзогенных внутрипросветных факторов относится ряд лекарственных препаратов, в том числе антиагреганты и антикоагулянты. То есть применение этих препаратов может приводить к повышению проницаемости эпителиального барьера. Собственно, это вот тот третий механизм в патогенезе желудочно-кишечных кровотечений, которые могут возникать при использовании новых антикоагулянтов. Вообще исследования показали, что, конечно, пациентам, которые принимают антитромботические препараты, нужно защищать слизистую желудочно-кишечного тракта. Если не применять гастропротекторы, то риск любых осложнений будет выше почти в 2,5 раза, а риск желудочно-кишечных кровотечений будет выше в 2 раза. В нашей стране есть ряд консенсусных документов вот по профилактике таких поражений. И вот в частности в одном из таких документов сказано, что ингибиторы протонной помпы являются наиболее эффективными для профилактики гастропатии, но при этом терапию этими препаратами следует рассматривать в течение всего времени приема вот тех же нестероидных противовоспалительных препаратов, о которых здесь говорится. И эксперты даже отмечают, что ингибиторы протонной помпы могут быть идеальным решением для пациентов, которые подвержены повышенному риску поражения желудочно-кишечного тракта. Но так ли это? То есть можно ли назвать эти препараты идеальными? На самом деле нет, потому что есть ряд проблем, которые возникают при длительном использовании ингибиторов протонной помпы. То есть когда их назначают гастроэнтерологи на короткий срок с целью лечения язвенной болезни, эрадикации хеликобактер пилори, это одна ситуация. А когда мы назначаем препараты на длительный срок для постоянного приема, здесь уже больше рисков появляется. Вообще препараты эти работают только в желудке, то есть они будут неэффективны для профилактики и лечения энтеропатии.
они могут, наоборот, усиливать повреждения слизистой оболочки тонкого кишечника, поскольку могут выступать в роли факторов агрессии и повышают риск развития энтеропатии. И при этом они не обеспечивают должной защиты от желудочно-кишечных кровотечений, они смещают локализацию из верхнего отдела в нижний отдел, то есть они защищают, конечно, от кровотечения из верхнего отдела, из желудка, из 12-перстной кишки, но повышают риск кровотечений из тонкого и толстого кишечника. При этом совершенно неизвестны соотношение пользы и риска их длительного применения, и они могут повышать риск смерти и неблагоприятных сердечно-сосудистых событий. Вообще потенциальные неблагоприятные эффекты достаточно разнообразны, начиная от дефицита микроэлементов, заканчивая инфарктом миокарда, деменцией, онкологическими заболеваниями. Вот. Ну и самое главное, что их длительное применение ассоциируется с повышением риска смерти, и это было показано в многочисленных исследованиях. Здесь вот на слайде представлены лишь некоторые, причем исследования были очень крупные, например, с участием более 3 миллионов человек. И одно из исследований, вот на которое я хочу обратить внимание, это исследование с участием только пожилых пациентов. Их средний возраст был 80 лет, что у них прием ингибиторов протонной помпы ассоциировался с повышением риска смерти на 51%, но если этих пациентов лечили высокими дозами ингибиторов протонной помпы, то риск смерти был выше уже в 2,6 раза. И при применении новых антикоагулянтов там также было показано, что ингибиторы протонной помпы снижали риск желудочно-кишечного кровотечения, но только из верхнего отдела желудочно-кишечного тракта и только у пациентов с язвенной болезнью или желудочно-кишечным кровотечением в анамнезе. То есть применение этих препаратов у всех подряд пациентов, оно не оправдано, то есть кому-то оно может не помочь или навредить. А эти препараты будут эффективны только у пациентов с высоким риском желудочно-кишечных кровотечений при наличии отягощенного анамнеза. И вот в нашей стране даже был подготовлен проект национальных рекомендаций, который называется «Алгоритм депрескрайбинга ингибиторов протонной помпы для больных пожилого возраста». И в нем сказано, что потенциальный вред ингибиторов протонной помпы нельзя считать незначительным, и они могут быть безопасно отменены у ряда пациентов. И в пожилом возрасте рекомендуется очень осторожно подходить к назначению ингибиторов протонной помпы. А дело в том, что в кардиологические пациенты – это преимущественно пациенты пожилого возраста. И поэтому тут уже возникает проблема. Вот. Так как же нам защищать слизистую желудочно-кишечного тракта у пациентов, принимающих антиагреганты и антикоагулянты, и как мы можем лечить повышенную кишечную проницаемость? В настоящее время у нас имеется препарат рибамипид, это гастроэнтеропротектор. Он был синтезирован в Японии более 30 лет назад. Он является производным хинолинона и первым и единственным регулятором синтеза простагландинов. Относится к категории противоязвенных препаратов. Рибагид действует на всем протяжении желудочно-кишечного тракта на всех трех структурных уровнях слизистой оболочки. На первом уровне – это преэпителиальный уровень, представленный слизью. Он стимулирует восстановление слизистого слоя, улучшает состав слизи, повышает ее защитные свойства. На втором уровне – это эпителиальный уровень. Он регенерирует клетки эпителия и сшивает нарушенные плотные контакты между ними. На третьем уровне – это постэпителиальный уровень. Он улучшает кровоснабжение, способствуя регенерации эпителия. Помимо этого, рибамипид обладает рядом дополнительных благоприятных, так называемых плеотропных эффектов. Это противовоспалительный, антиоксидантный, ангиогенный. Он защищает слизистые оболочки от повреждающего действия различных агентов, способствует заживлению повреждений и восстановлению эпителиоцитов. Он благоприятно влияет на эндотелиальную функцию, то есть он устраняет эндотелиальную дисфункцию, оказывает гиполипидемический эффект, антиатеросклеротический и способствует профилактике развития рака желудка.
По рибамипиду имеется достаточно большая доказательная база. Я здесь кратко остановлюсь всего на трех исследованиях. Первое исследование было интересно тем, что там в него включали пациентов с тяжелой и умеренной энтеропатией, то есть это когда у пациентов было более трех разрывов слизистой оболочки тонкой кишки, это эрозия либо язвы. И в этом исследовании рибамипид применяли в тройной дозе. Его обычная суточная доза составляет 300 мг в сутки, а в этом исследовании применяли 900 мг в сутки. И такая тройная терапия оказалась безопасной, не сопровождалась побочными эффектами. А в другом исследовании рибамипид назначали пациентам, которые получают двойную антитромботическую терапию – аспирин плюс клопидогрель. Пациенты получали эту терапию в течение года, и рибамипид то также применяли в течение года. И он был безопасен и эффективен для профилактики язвенной болезни, в том числе больших изъязвлений диаметром более 5 мм. И третье исследование – это исследование с новыми антикоагулянтами. Оно пока одно, и там изучался добигатран. И в этом исследовании рибамипид эффективно устранял симптомы диспепсии, которые были связаны с приемом добигатрана. У него очень мало побочных эффектов, все они не тяжелые, то есть среди них нет жизнеугрожающих, и при этом суммарная частота побочных эффектов менее 1%. В 2021 году в нашей стране был впервые опубликован консенсусный документ, это согласованное мнение экспертов по снижению риска желудочно-кишечных кровотечений у пациентов, получающих оральные антикоагулянты. В этом документе было сформулировано понятие «высокий риск желудочно-кишечных кровотечений», и он включает наличие язвенной болезни либо кровотечения в анамнезе, хроническое использование нестероидных противовоспалительных препаратов или глюкокортикостероидов и наличие минимум двух из следующих признаков. Это возраст старше 65 лет, наличие диспепсии, желудочно-пищеводного рефлюкса, инфицирование хеликобактер пилори и хроническое употребление алкоголя. И надо сказать, что вот в эту как раз категорию попадают многие пожилые пациенты, потому что у них, если пациент старше 65 лет, и у него уже есть либо диспепсия, либо он инфицирован хеликобактером, либо рефлюкс, то это уже пациент с высоким риском желудочно-кишечных кровотечений. И такому пациенту, конечно, нужно назначать препараты для защиты слизистой оболочки ЖКТ. И вот эксперты предлагают нам такой алгоритм. Пациентам, которые получают антикоагулянты, они рекомендуют оценивать факторы риска желудочно-кишечных кровотечений и при наличии факторов риска выбирать, во-первых, наиболее безопасный препарат среди новых антикоагулянтов. Это апиксабан, по мнению экспертов, и это, в принципе, было показано в рандомизированных исследованиях, о чем я уже упоминала. И в качестве защиты слизистой они рекомендуют назначать ингибиторы протонной помпы на короткий срок, 3 месяца, в комбинации с рибамипидом. Дальше либо перейти на прием ингибиторов протонной помпы в поддерживающей дозе или по требованию, или у кого-то отменить из пациентов, а рибамипид продолжать принимать неопределенно долго. У пациентов, которые получают двойную либо тройную антитромботическую терапию, эксперты рекомендуют сочетать ингибиторы протонной помпы с рибамипидом в течение всего периода двойной или тройной антитромботической терапии. Таким образом, мы можем назначать рибамипид как пациентам с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, так и пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые получают антитромботическую терапию, как монотерапию, так и двойную или тройную, и также пациенты, которые принимают нестероидные противовоспалительные препараты по поводу артритов, артрозов, ревматических заболеваний и так далее. Таким образом, еще раз резюмирую, вот стандартная доза рибамипида – это 100 мг, одна таблетка, 3 раза в день в течение 8 недель, 2-3 раза в год. Но пациентам, которые получают антитромботическую терапию, рибамипид нужно давать в течение более длительного срока. То есть если это двойная либо тройная терапия, то в течение всего периода, то есть это 1 год. Либо если кому-то из пациентов продлевают, допустим, двойную терапию, то и прием рибамипида должен быть продолжен.
А коморбидным пациентам, пациентам с заболеваниями ЖКТ, с высоким риском желудочно-кишечных кровотечений, если они получают даже монотерапию любым антитромботическим препаратом, мы должны назначать им рибамипид в течение всего периода лечения антитромботическими препаратами. На этом у меня все. Благодарю за внимание. Так, спасибо. Вот-вот появились вопросы. Пациенту в больнице назначен Продакса 151 раз в сутки и кардиомагнил. Терапевт предлагает Нексарелту 10 мг, убрать кардиомагнил, боится кровотечений. Говорит, что Продакс назначается на год, а затем заменяется, так как она более сильна, так ли это? Ну, я что могу сказать? Здесь, во-первых, не указано показания, по поводу чего назначены эти препараты. Продакса, если это фибрилляция предсердий, назначается по 150 мг 2 раза в день. То есть один раз в день она назначается только при профилактике венозных тромбозов после крупных ортопедических операций. Во-вторых, сочетание продакса и кардиомагнила, ну, скажем так, должны быть очень строгие показания для такого сочетания. То есть мы здесь не знаем, по поводу чего назначена вот эта комбинация. Она, безусловно, будет повышать риск кровотечений вообще и желудочно-кишечных кровотечений в частности. Вот. А Продаксу, если это показание фибрилляция предсердий, она назначается на неопределенно долгий срок, фактически пожизненно. То есть такого, что Продакса назначается на год, такого просто нет. То есть какое это показание, мы не знаем. Вот поэтому здесь не очень понятно, почему так лечат пациента. Да, либо давать, либо не давать, я с вами согласен. Да, даются все антикоагулянты оральные, надо давать два раза в сутки, так же, как и рюксабан неправильно дается, 10 миллиграмм рюксабан. Это да, это профилактическая доза. Это профилактическая, она вообще не работает. Ксарелта 10 миллиграмм один раз в сутки не работает от слова совсем. Еще 20 миллиграмм один раз в сутки хоть как-то, а 10 миллиграмм просто точно совершенно это плацебо-эффект. Так, синдром повышенной эпителиальной проницаемости приводит к нарушению деятельности сердца, почек и других органов через интоксикацию за счет всасывания токсических веществ из просвета кишечника или другие механизмы. Ну, вот то, о чем я говорила, что, во-первых, развивается хроническое велотекущее воспаление и развивается, допустим, эндотелиальная дисфункция, которая уже приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, других каких-то заболеваний. То есть основное – это развитие хронического воспаления. У нас очень много заболеваний, у которых в патогенезе есть хроническое воспаление. Да, я тут должен согласиться. Хроническое воспаление вызывает тромботические состояния, не только, собственно. Ну, в любом случае, это всегда идет через эндотелиоз. Поэтому здесь, конечно, в первую очередь антикоагулянты должны работать. Хотя, так, теперь что-то тут рвет от недельного приема рибагита вместе с РАЗО. Это я не знаю. Ну, если у человека рвота, значит, это нежелательное явление. Значит, скорее всего, ему нужно отменить этот препарат, то есть он ему по каким-то причинам не подходит. Но здесь нужно разобраться, от чего его рвет, от препарата его или... Я бы тоже так не стал утверждать, потому что... Может, это какие-то погрешности в диете, может, это основное заболевание какое-то, ЖКТ так проявляется. То есть сначала разобраться, действительно ли рвота от самого препарата. Если от препарата, значит, надо его отменять. Так, уменьшает ли рибагит при значительно сниженной функции почек? У рибагита одна единственная дозировка 100 мг в 3 раза в день, и она не предусматривает уменьшение дозы при каких-то состояниях, в том числе при снижении функции почек. То есть дозировка никак не корректируется. Так, Сергей Семенович Леонтьев с любимой темой ингибиторы протонной помпы. Следует ли продолжать практику использования для цели гастропротекции ИПН? Возможно ли возвращение к назначению H2 блокаторов фаматидина, учитывая компрометацию ранитидина? Планируется ли включение рибагида в стандарты медицинской помощи перечень ЖНВЛП? Ну, он у нас входит в рекомендации по ковиду и постковиду, на минуточку, я так напомню. Причем с 2020 года. И, насколько я знаю, входит в рекомендации, там по куче рекомендаций по
кардиологии, по гериатрии, да, так что он включен везде, где только можно. Так, осуществимо ли включение рибамипида в клинические рекомендации? Я сказал, включены давным-давно. В действующих клинических рекомендациях язвенная болезнь, прободная язва, упоминание рибамипида нет. Ну хорошо, но рекомендаций много разных, слушайте, так же нельзя везде все упоминать. У него в инструкции показания это язвенная болезнь. Ну да. Нет, он включен, это как раз зря, Сергей Семенович, не надо, Сергей Семенович. Вот, а про H2-блокаторы, ну слушайте, ну я думаю, что может быть это не на эту тему разговор. Мы его уже несколько раз поднимали, да, значит... Товарищ Леонтьев, я чувствую, готов выступить с докладом по H2-блокаторам и этих самых протонной помпе, да? Будем ждать от вас развернутого доклада на эту тему. А то на конференции выступил, а здесь вопросы задает. Вы уж извините, я просто его знаю. Ну хорошо, тогда давайте мы на этом закончим. Поблагодарим за выступление. Значит, еще раз повторюсь, мы этот препарат любим и так далее. Как записаться на консультацию онлайн? Медицинское бюро Павла Воробьева. Очень просто. Вот, еще кто-то. Статины 5 лет, 83 года, резекция 3-4 желудка, не принимает рекомендуемые антиагреганты, ИПП, принимает рибагит непостоянно. Ну, непонятно, в чем вопрос. Да, но антиагреганты при отрезанном желудке я бы вообще не рисковал бы. Так уж между нами говоря, а то придется отрезать все, что осталось. Я вообще не люблю антиагреганты, между нами говоря. Ладно, хорошо. Сергей Семенович, кончай ты, что ты все пишешь и пишешь. Ну, давай, делай статьи. Спасибо большое. До новых встреч. У нас в следующую среду будет заседание пленарное на Маховой. Приходите. 17:30.